Приветствую всех гостей и участников сегодняшних соревнований. Хотелось бы пожелать всем спортсменам отличного выступления на нашей дисциплинарной площадке в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Финальный этап соревнований Кубка губернатор Московской области по голболу и настольному теннису в Щелкове собрал 96 спортсменов из 16 городских округов региона. Впервые в этом году в программу соревнований Кубка губернатора Московской области включены дисциплины по адаптивным видам спорта – настольный теннис, плавание и голбол. Кубок губернатора для инвалидов – это впервые. То есть спортсмены по адаптивным видам спорта никогда в нем не участвовали, а сейчас это первое вот соревнование, где 4 у нас направления. Это спорт слепых, спорт глухих, спорт пода и спорт лин. Это с интеллектом, поражение интеллекта. И вот все эти 4 направления сегодня здесь представлены. В соревнованиях приняли участие спортсмены с нарушениями зрения и слуха, а также с интеллектуальными нарушениями и поражениями опорно-двигательного аппарата. Среди них воспитанники Щелковской спортивной школы «Спартанец», которые продемонстрировали волю к победе и добились прекрасных результатов. Общекомандный зачет по видам спорта в 3 дисциплинах среди муниципальных образований Московской области будет подведен 30 августа в городе Королеве, где состоятся соревнования по плаванию. Виктория Мельник, Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.